Всем доброе утро. Сегодня собрались в наш традиционный поход за Черемшой. Местные наверняка уже догадались, в какую местность мы пошли. Но для тех, кто не в курсе, это район ущелья реки Байкал. Вот, и туда мы и направимся. По времени поход в одну сторону занимает около 50 минут. Таким неторопливым шагом пошли сегодня с одним из моих подписчиков. Вот. Сам написал, на меня вышел, спросил, когда я пойду за Черемшой. Вот. И мы с утра пораньше сегодня собрались. Встретились возле лесничества нашего. Взяли наших рабочих собак. И потихонечку сейчас пойдем в лес. Наберем немножечко черемши. Ну чё? Готово к приключениям-то? Третий только наш самый главный пес. А, он уже нас ждет. Тут у нас спортивная дорожка такая, пешеходная. Но мы с нее сворачиваем и пойдем в ту часть, куда ходят далеко не все. Дошли до своеобразного мостика, по которому все переходят. Имеется в виду все, кто ходит за Черемшой в эту местность. А вам, собаки, придется вплавь. Давай, иди. А? Ну чё ты? Видишь? Ай, молодец. По пути щелкаем семечки, ну, чтобы как-то там перебить маленько голод. Потому что я с утра не позавтракал. Ну, взял немного с собой легкий походный перекус. О, маршрут пролегает у нас вот через такие красивые места, скалистые, на протяжении всего пути. Справа речка шумит, слева скалы. Что может быть лучше? Что-то Аркаша на кого-то затявкал. Тут у нас тропа прям по скале, вдоль обрыва, да над пропастью. Сейчас посмотрим, кто там. Загнали собаки кого-то на дерево. Я пока не вижу, кто там. Бурундук, белка. Ну и на кого мы смотрим там? А, бурундук. Говорю, не знаю, будет видно, не будет. Он там сидит, вот он.
Все, нефиг его обижать, пошли дальше. Нам еще идти долго. Собаки самые хитрые, а вон следы свежие. Вон они следы. Сегодняшние. Кто-то уже пошел по черемшу. Ну, таких препятствий. Три на нашем маршруте. Кто-то ходит по той стороне, периодически переходя через реку, вот, ну, по таким бревнам. Но один раз, искупавшись с рюкзаком в Байкале, в речке, я этого больше не повторял, поэтому хожу по одной стороне. Вдоль скал. Сейчас уже, кстати, где-то тут должна попадаться черемша. Осталось. Ну, полпути прошли. Но обычно вот она вот в этом... в этом месте она как раз уже и появляется. Вот, пожалуйста. Ну, мы ее здесь рвать не будем. Мы пойдем на наше место. Но я сору, так сказать, попробуем этот вкус. Ну, пойдем до нашего места. Конечно, если идти, ну, так скажем, целенаправленно, быстрым шагом, можно, конечно, и минут за 40 дойти. Но мы идем не спеша, торопиться некуда. Сегодня выходной. Не торопимся. Наслаждаемся природой. Природой, птичками, собаками. Черемшой. По пути следования, на протяжении буквально всего маршрута, на каждом шагу, вот, бутылка расплавленная, бычки, какие-то веревки и прочий бытовой мусор. На протяжении всего пути. Вот даже. Далеко ходить не надо. Уже пакетик какой-то. Граждане свиньи. Ну вы когда ходите в лес, ну вы можете хотя бы самый мельчайший свой мусорок прихватить с собой и выкинуть его в контейнер, который расположен там возле кадетского корпуса при выходе вот с горнолыжного вот этого с горнолыжной трассы нашей. Ну как можно все засирать? Речка, слава богу, одна из немногих. В наше городское озеро, где все детишки купаются, она не впадает, как многие думают. Вот эта речка течет, ну, не буду говорить, куда во что впадает, она течет в Енисей. Тоже приятного мало, что весь этот мусор после дождя особенно
Все эти бациллы, бактерии текут в Енисей. Ну что, устала? А? Впихтач сейчас вас загоним. Впихтач. И вашу всю шкуру вот эту обдерет. Да, морда. Так, надо будет клещей посмотреть, когда придем. То по лесу набегаете сейчас. Да, мордашка. Все, потихонечку идем дальше. Дождик пошел. Стали тут под елочкой, немножко постоим. Сейчас утихнет. Здесь даже под елочкой вот уже. Не все, конечно, в Черемше, но ее тут много. Странно, но ни одного клеща. Ни одного клеща пока замечено не было. Маленькая хитрость. Маленько подленькая она, но тем не менее может вас обезопасить. Перед тем, как идти по тропе, ну, допустим, как сегодня за Черемшой, нужно дождаться, пока кто-нибудь по ней уже пройдет. Какой-нибудь человек. Во. И тем самым он первых клещей возьмет на себя. Вон там такая прям вертикальная такая будет скалистая горочка. И тропа прям по низу идет. Довольно там такой красочный пейзаж. Ну, я там постараюсь заснять. Вот и пришли мы на наше волшебное место, на наш традиционный распадок. О, где у нас здесь вот полностью все в Черемше. Вон везде Черемша. Вот Черемша, он там на горе Черемша. И как раз нужного нам размера. Я сильно переросшую никогда не набираю. Так, собаки куда-то стартанули. Главное, чтобы не на людей, потому что народу много. Вот везде Черемша. Самый оптимальный размер, когда она сильно уже ножка толстая, переросшая. Я не очень люблю. Так, ну мы дойдем сейчас до... Можно, в принципе, уже сбор собирать. Но мы дойдем до нашего места, где у нас костровище. Где мы обычно сжигаем костер. Проверимся от клещей и начнем сбор черемши. Ну, планируется 2 пакета типа маечка набрать, раздать знакомым, родственникам и себе на салатик, да, на заготовочку небольшую потратить черемши, например, перекрутить салом. Вот он, вон он, везде, хоть косой коси, вот он, везде. Чуть пониже, ближе к реке, уже более крупная. О,
Так, все, дошли до нашего любимого места. Тут у нас вот такая полянка. О, но пакет не наш вот этот. Пакет не наш. О, здесь мы любим собирать черемшу. Вокруг, там внизу. О, а здесь мы разожгем сейчас костерок. Собаки носятся. Все, можно снять рюкзачок. Повесить его на вешалку. О, у нас тут такие костерок. Посмотрим сразу клещей, потому что место здесь такое клещевое, пока до сюда идем. Ну, вроде высоких веток не касался, только высокой травы, поэтому осмотрим только ноги. Ну, куртку, наверное, тоже я сниму, посмотрю. Так, ладно, сейчас мы разожжем костерчик, пускай маленько подымит. Вот для этого я бересту и взял с собой, чтобы в случае необходимости какой-то огонь создать. Это лучше, чем бежать, сломя голову от медведя, допустим. Потому что убежать все равно не получится. А какой-то дым, пламя, возможно, его отпугнет. Так, нужно каких-нибудь сухих стволиков наломать, которые стоячие. Ну, вот этот, например, стволик, у него веточки сухие будут, и огонь разгорится у нас быстро. У нас, как обычно, чаек, костерок, сальцо и черный хлебушек. Сейчас мы перекусим, быстренько чайку хлебнем, пока собаки там черемшу едят. Аркашка у нас тоже сало любит. Остальные что-то не очень. Аркашка, иди. Аркашка, ну да. Аркашка сало ест, а вот остальные не едят. Иди, только за палец не хватай. Ой, молодец. А вот и первый незваный гость. Они сейчас не очень активны, поэтому их и мало. Потому что у нас ночью было минус один. Ну, довольно холодно. С ними мы разбираемся очень просто. Берем его и просто-напросто кидаем его в костер. Вот он стал более активный сразу.
ползает, не знает, куда деться, и в итоге он упал. Упал прям в жерло костра. Все. Вот спустя 2 часа мы набрали с товарищем 4 вот таких больших пакета. Ну, думаю, этого будет достаточно, но в случае необходимости можно будет в следующие выходные, допустим, сходить еще раз. Костерчик догорает, мы его сейчас затопчем. И вокруг, вот можете наблюдать, никакого мусора нигде мы за собой не оставляем. Ну вот этот пакет, который был на дереве, он останется висеть. Мало ли, может, чей-то ориентир. Вот. Сейчас контрольный осмотр от клеща. Одеваемся, затаптываем костер, зовем собак и выдвигаемся в сторону лесничества. Большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, кому-то было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.